Всю неделю саратовские журналисты следили за протестными настроениями в соседнем Марксовском районе. Проблемы, которые затронули все сферы жизни, подтолкнули жителей не только написать петицию в интернете за отставку местного главы администрации, но и выйти на улицы города. Таким образом, они решили придать ситуации в районе резонанс. Здравствуйте, это программа «Прямая речь». Я ведущая Мария Смирнова, телефон студии 543030. Какие еще проблемы нуждаются в огласке, обсудим сегодня. У меня в гостях местные активисты, бывший редактор «Марксовской газеты» Владимир Гуреев. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот сегодня появилось обращение от предпринимателей, которые требуют привлечь Олега Тополя к уголовной ответственности. Тем временем мы, жители Марксовского района, требуют отставки главы администрации. Проблем очень много. Это и проблемы с отоплением. Жителям не дают подключиться к индивидуальному отоплению. Коррупция в районе. Нет воды, течет канализация. И все это еще и замалчивается. Так ли это? Ну, во-первых, я бы сделал поправку. Вы назвали меня активистом. Скорее, я журналист, и я узнаю те факты, которыми становятся известными. Я придаю их гласности. Особенно то, что чиновники стараются спрятать от людей. И на самом деле им очень ловко удается многие проблемы спрятать. И многие люди об этом не знают. Но видят грязную воду из крана, видят отключение воды, сейчас у нас коммунальные аварии, видят плакаты какие-то в городе, которые развешивают за Тополя, против Тополя. Это все очень тревожит людей. Многие люди страдают от холодных батарей, а те, которые вложили свои деньги и получили предварительное согласие, провели работы по индивидуальному отоплению, не могут его узаконить, и поэтому вынуждены платить и за газ, и за выставляемые им счета по теплоснабжению. Проблем очень много в районе. Но они выходят наружу уже в разряде аварий, чрезвычайных ситуаций, потому что все это замалчивается. Есть муниципальная газета, в которой, конечно, эти темы, к сожалению, не поднимаются. Владимир, не усматриваете ли вы коррупционную составляющую в том, что жителям не дают возможности подключить индивидуальное отопление? Ведь все мы знаем, что учредителем теплоснабжающей организации является администрация Марксовского района. И если все жители разом перейдут на индивидуальное отопление, то, понятное дело, теплоснабжающая организация останется не у дел. Ну, на самом деле в этом нет ничего необычного. Действительно, есть там какие-то степные районы, отдаленные населенные пункты, где невыгодно содержать котельные, которые отапливают там, ну, заброшенные дома, в которых люди многие уехали. В Марксе все немножко по-другому. Проблемы, которые копились годами, когда отопительная организация, подающая тепло в дома, меняла формы собственности, названия, все это отражалось на не вовремя ликвидируемых авариях, на холодных батареях. И кто-то пошел первым, сделал индивидуальное отопление, кто-то вторым, третьим. Ну и там люди последовали этому примеру. Многие. Действительно, это стало, конечно, угрожать уменьшением сборов за отопление в пользу этого муниципального предприятия, подающего тепло. Но в нашей марксовской ситуации вышло даже так, что есть определенный порядок действий, которые люди должны произвести, чтобы подключиться к индивидуальному отоплению. Они приходят в отдел архитектуры, в администрацию, берут бегунок, то есть им говорят, да, хотите, пожалуйста, вот идите вот по этим пунктам, газовикам, кому там еще, да. То есть получается, что люди, собственно говоря, в разгар отопительного сезона, зимой, это с 13 на 14 год, люди массово пошли проводить эти работы по индивидуальному отоплению. И на последнем этапе, когда уже установлено было, когда сварщики сварили, сантехники скрутили, там газовики подключили, вернее, не подключили, а установили оборудование, требуется введение этого оборудования в действие, его узаконить необходимо. И тут нужна подпись администрации. И тут администрация говорит, нет, нельзя. Почему нельзя? Потому что вот 1 марта вступила в действие схема теплоснабжения города Маркса. Да, конечно, есть постановление, есть там промышленная газовая безопасность, прочие документы, но каким образом администрация могла позволить людям пройти этот путь? Ведь некоторые люди брали кредиты для этого, тратили приличные деньги, это все недорого стоит, и после этого бросить. Эта история длится 3 года. 3-й год уже. Вот. И под
эту проблему попало, по моим сведениям, 78 человек. Это очень много. И в данном случае, принимая ведь схему теплоснабжения, это внутренний, локальный, нормативный акт администрации. И в руках администрации было помочь людям перенести введение в действие этой схемы, допустим, ну не с 1 марта, с 1 апреля, там, с 15 марта. Ну, то есть каким-то образом понять, что у людей проблемы, и она, власть, должна эту проблему решить, тем более, что не было никакого уведомления, не было какого-то предварительного переходного периода, когда, например, с января бы людям сказали, все, те, кто хотели переоформить, извините, с 1 марта будет нельзя. Наверное, может быть, власть боялась, что слишком многие попытаются успеть за это время уйти от общего отопления на индивидуальное. Я не знаю, что двигает, какие мысли двигают действиями власти. Вы задали вопрос о коррупционной составляющей. Я на самом деле, пока это бездоказательно, но я очень рад сегодняшнему видеообращению смелому, когда... Предприниматели, которые обеспечивают питание, обеспечивали питание в школах, заявляют о коррупции, обвиняют главу администрации в том, что это передел рынка в пользу каких-то там своих прирученных компаний, выражают подозрения о взятках, когда за 10-20% этих сумм можно якобы решить этот вопрос. Так там и даже сумму им не выплатили за услуги, которые они предоставляли. Долги администрации перед поставщиками, по большому счету, к сожалению, дело не новое. И не только в Марксе. Множество администраций, ссылаясь на бедность бюджета, как бы не вовремя оплачивают. В Марксе это принимает несколько такие вот грубые, извращенные формы. Например, как это было в 2014 году, прокуратура вносит представление в районное собрание о том, что в действии главы администрации есть конфликт интересов. Там что происходит? Административно-хозяйственный отдел администрации, который содержит автопарк, ну, казенные иномарки, распоряжается их ремонтами, заправками и так далее. Так вот, он заключил контракт на ремонт и содержание служебного автопарка администрации района с автотранспортным предприятием, создателем которого является глава администрации. Учредителем, владельцем является его жена. И, соответственно, как бы есть явный конфликт интересов. Но поразительнее еще и то, что расчетный счет этого юридического лица, административно-хозяйственного отдела, был арестован судебным решением, и движение средств по этому счету было разрешено только для выплаты долгов предприятию, которому оно было должно, и выплаты заработной платы. Как раз по ситуации, когда бюджет еще до нашего этого главы администрации, до Олега Тополя, уже был должен каким-то поставщикам, да, суд постановил, урегулируйте вопрос долгов, потом расплачивайтесь с другими. И в то же время в нарушение этого ареста движение средств было в пользу АТП-1 города Энгельса, где владельцем является жена главы администрации Марксовского района. Вот таким образом, я не удивлюсь, если платежи по поставкам питания в школы сегодня идут нормально с теми, с кем заключены договоры, однако же тех, кого с этого рынка выдавили, им остаются должны. У нас в редакции оказался письменный ответ межрайонного прокурора, где он говорит, что есть основания для увольнения главы администрации за его бездействие. И почему, несмотря на вот это письмо, вопреки недовольству жителей, Олега Тополя, тем не менее, переизбирают на главу администрации? Ну, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Видимо, это вопрос к депутатам. В прошлом собрании, в прошлом составе районного собрания Марксовского района были депутаты, которые поднимали вопросы острые на заседаниях собрания, которые выражали свое мнение открыто. И в 2015 году я был на этих заседаниях собрания. Очень жестко шла дискуссия. От главы администрации Олега Тополя требовали отчета депутата. Однако в итоге принималось решение принять этот документ, требующий отставки главы администрации, отставки за коррупционные
преступление за конфликт интересов. Это такая хитрая формулировка, которая вроде бы говорит о том, что преступление есть, но вот оно же не доказано. Ведь вот с тем же АТП, да, когда машины идут на ремонт за бюджетный счет на предприятие, которое относится к семье главы администрации. Вот. И, тем не менее, все-таки только лишь принять к сведению. Но в этом, этому решению предшествовало, я говорю не о сегодняшнем его избрании, которое вот произошло там вчера, да, на днях, а о том, что его распростили депутаты, не уволили. Угу. Депутаты сказали, мы не суд. Вот пусть будет следствие, пусть будет заведено уголовное дело, вот пусть будет суд, тогда по вполне исчерпывающему списку обстоятельств мы примем отставку главы администрации района. Но это связано с большим давлением, которое оказывалось на депутатов. Ведь я писал об этом в газете «Деловой Маркс», о том, что у нас один из депутатов был вынужден написать заявление на увольнение, возглавляющий одну из государственных структур федеральных, вынужден был написать заявление на увольнение с открытой датой. А другого уволили с руководящей должности. То есть, а сколько было собраний? Тайных, кулуарных. В интернете появлялись видео, аудиозаписи, прошу прощения, где голос, очень похожий на голос главы администрации, призывал депутатов отозвать свои решения. Ну, в прошлом составе собрания, по крайней мере, звучали эти реплики. Но они звучали до тех пор, пока в марте, апреле прошлого года, этого года, извиняюсь, до тех пор, пока в апреле этого года публично не уволили, не просто буквально выпороли замглавы района, депутата районного собрания, за то, что он уже к тому времени оставался единственным, кто говорил о коррупции в администрации района, который заявлял о том, что перед Новым годом, несмотря на нищету бюджета, администрация 100-тысячные премии выдавала директорам школ и детсадов совершенно не по непонятному признаку, принципу, который и при этом заявлял о своем подозрении, что это часть этих денег идут, собственно говоря, главе администрации. Ну вот, вот это письмо, которое мы вам показали за подписью межрайонного прокурора, оно не единственное? Нет, не единственное. Это первое письмо, когда прокуратура усмотрела конфликт интересов в том, что глава администрации передал бюджетные средства, передает на ремонт служебных автомобилей в предприятие, которым руководит и владеет его семья. Потом было еще одно представление о незаконных действиях главы администрации, который, по сути, отобрал лучшие земли у одного из фермеров, сельских фермеров. Вот. И еще совершенно никто, очень мало, ну, я бы сказал, наверное, никто в районе еще не знает, что существует и третье представление, и тоже по конфликту интересов. Его суть в том, что глава администрации не указал в своей декларации земельный участок из земель лесного фонда. И второе, что в судах, где ответчиком являлась не администрация Марксовского района, а физическое лицо, глава администрации Марксовского района, он использовал не услуги платного частного адвоката, а его интересы защищала его подчиненная, то есть юрист правового управления администрации Марксовского района, находясь при исполнении служебных обязанностей, и в этих служебных обязанностях нет обязанности защищать интересы физического лица главы администрации района. Так вот, 10 сентября это представление прокуратуры поступило в районное собрание с требованием, во-первых, рассмотреть его на ближайшем заседании, ну, а во-вторых, принять меры к увольнению за конфликт интересов главы администрации. Однако 14 сентября состоялось районное собрание, и большинство депутатов даже не знали об этом документе. Этот документ не рассматривался. А 18-го прошли выборы. Кому имеет прокуратура претензии? Главе администрации. А нет такого главы администрации. Уже новый состав собрания. Прежний прекратил, прекращены полномочия. Соответственно, и у него полномочия истекли. И на сегодняшний день этого документа как бы нет.
Сейчас наш телеканал добивается отставки главы Балашовского района. Елена Щербакова бездействовала в то время, как десятки семей лишались своих квартир. Сейчас, когда эта ситуация вышла на федеральный уровень, репортаж нашего телеканала «Предпосылки Балашовской Кущевки» вышел в финал престижного конкурса телевизионного ТЭФИ «Регион». Поздравляю. Спасибо большое. Вот надеемся, что к СМИ теперь прислушаются, и что на эту ситуацию, а также на ситуацию в Марксовском районе обратят внимание новые руководители областной прокуратуры и управления ФСБ. Какие-то меры будут приняты? Хотя бы попытка разбирательства, объективного разбирательства в происходящем в Марксовском районе. Я не утверждаю, что в каждом шаге главы администрации есть коррупционная составляющая. Но то, что эти шаги надо проверять, ну это мы уже дошли до этого. Но почему же мы доходим обязательно до отставки? Ведь неужели нельзя было год, два, три назад все эти проблемы уже были на поверхности? И начиная прямо даже с конкурса на замещение должности главы администрации, когда Олег Тополь пришел в Марксовский район в сентябре 2013 года, в октябре состоялась конкурсная процедура, ему конкуренцию составлял его давний сослуживец, товарищ художественный руководитель из гарнизонного дома офицеров, которого в Марксе никто потенциально даже знать не мог и не видел. Я уже тогда писал о карикатурных действиях, когда неправильно поступает глава администрации, когда под Новый год всех предпринимателей обложили просто буквально данью на новогодние украшения, безотчетные данью. Я согласен, что большинство социальных каких-то важных, значимых проектов должны решаться вместе власти и бизнеса. Но при этом надо вести диалог не с позиции приказного порядка, с позиции сила, а с позиции диалога, желание вместе сделать лучше ту территорию, на которой мы все вместе живем. Однако же мне неоднократно, как журналисту, приходилось слышать возмущение тех предпринимателей, которые дают деньги на социальные инициативы, на благоустройство города и совершенно не видят ни благоустройства, ни реализации этих целей, на которые были взяты деньги, ни отчета о потраченных средствах. Ситуацию в Энгельсе сейчас также сравнивают с Кущевкой. Наши коллеги, журналисты, написали, что глава местной полиции может быть отстранен от занимаемой должности, что вроде как сейчас там будут наводить порядок. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев также сейчас пристальное внимание уделяет Энгельскому району. Он сказал, что может принять серьезные кадровые решения за срыв госпрограммы по переселению из аварийного жилья. И давайте послушаем интервью наших профильных депутатов. Есть рабочие моменты. В любой большой программе, какой является переселение из аварийного жилья, конечно, бывают задержки по срокам исполнения, и главное, чтобы они не привели к неисполнению данной программы. Поэтому, учитывая, что эти задержки появились в ряде районов, в том числе и в Энгельском, а там требуется большое количество сдать жилья, чтобы расселить граждан из аварийного жилфонда, поэтому и было мое обращение, и возникли опасения, чтобы действительно еще раз власти Энгельса посмотрели те подрядные организации, которые выполняют контракты. Ведь что получается, что губернатором проведена большая работа в Москве. Наш регион получил деньги, один из немногих регионов не из областного бюджета выделил средства, а именно благодаря губернатору получил деньги на реализацию этой программы. Деньги доведены до муниципалитетов, заключены контракты. Вот теперь самое важное, чтобы те застройщики, которые выиграли эти контракты, исполняли тот график работ. И мы видим, что сейчас есть задержки, что ряд домов находится на начальной стадии строительства, а год близится к завершению. Поэтому, конечно, сейчас, учитывая, что могут быть нарушения контрактов, и Энгельская администрация должна обратить внимание на исполнение этих контрактов и принять меры. Еще одна резонансная тема этой недели. Зампред областного правительства Иван Кузьмин раскритиковал работу комиссии по делам несовершеннолетних за то, что они в своих районах даже не следят за теми семьями, которые стоят на учете. Мы также следим за темой неэффективной работы тех, кто должен следить за благополучием несовершеннолетних. Давайте посмотрим репортаж.
Не знаю, что происходит в семьях своих подопечных. Так, сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних Елена Лобачева с удивлением узнает о второй беременности девушки, которая стоит на учете в их ведомстве за злоупотребление алкоголем, и на камеру подталкивает свою подопечную к нужному ей ответу. И только благодаря нашему активному собственному расследованию удалось узнать судьбу ребенка. Также у некоторых жителей вызывает негодование безучастная работа участковых, что порой приводит к трагедиям. Так в селе Липовка Марковского района отец постоянно избивал сына. В результате ребенок погиб. Участковый Роман Адаев не отреагировал на тревожные сообщения соседей. Полицейский не стал общаться и с нашей телекомпанией. Аналогичная ситуация произошла в центре Саратова. Маленького Сашу Родина жестоко избивали 3 дня. Ребенок также погиб. Наша телекомпания по следам трагедии пыталась связаться с участковым, который оказался на больничном. С трудом заставили исполнять обязанности и полицейского Кировского района. Целый месяц к Александру Снопову безуспешно обращались жители. В квартире погибшей соседки в заперти без воды и воды оставались 6 кошек. От мучительной смерти животных спасло только обращение жителей в нашу телекомпанию. И в то время, как журналисты отчасти выполняют работу правоохранителей, те, в свою очередь, по непонятным критериям отбирают лучших участковых и публично награждают их, оставаясь закрытыми для СМИ, когда происходит проблема. Ну, как мы видели в сюжете, участковый из Маркса так и не понес серьезного наказания за то, что произошло на подведомственной ему территории. Вы следите вообще за тем, как работают правоохранители в вашем районе? Ну, конечно, как бы их работа, она же на виду. И на самом деле я вижу и патрулирование, в том числе ночное. Я вижу, когда какие-то происходят задержания, когда подъезжают по каким-то адресам автомобили. Вот, и можно судить о том, что там происходит какое-то там разбирательство, да. Но в то же время, вы понимаете, ведь участковый – это низовое звено. Это самые рабочие лошади, извините за выражение, вот этой системы охраны общественного порядка. На них лежит огромная профилактическая составляющая. Но при этом это же не те советские участковые, не по размерам территории, не по проблемам, которые есть в обществе. И в том числе и сами-то это люди, выросшие уже поколение 90-х, да, 90-х. Многого не знают, многого не сумели перенять у своих предшественников. И при этом, наверное, вот то, что такие случаи доходят до катастрофы, до трагедии, наверное, вина не столько самих участковых, сколько это не компетенция даже там районной полиции или районной власти или области. Это в целом необходимо не менять название милиции на полицию, а просто совершенно другие подходы к организации службы участковых уполномоченных полиции. Спасибо большое, Владимир, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо. Очень рад. А у меня в гостях был журналист Владимир Гуреев. Сейчас же мы подведем главные итоги происшествий этого месяца. Не переключайтесь. Я же Мария Смирнова, прощаюсь с вами. До следующих встреч. В областном суде началось рассмотрение дела о жестоком убийстве Саши Родина. История, за которой журналисты и общественность следят уже полгода, сейчас приковала еще больше внимания. Смотрите в нашей рубрике «В эпицентре». Каким именно изощренным пыткам подвергали маленького Сашу Родина, пока он не умер, стало известно в ходе судебных заседаний. Процесс по делу о жестоком убийстве ребенка начался в этом месяце. Несмотря на то, что слушания проходят в закрытом режиме, журналистам удалось выяснить некоторые подробности уголовного дела. Так стало известно, что мальчика наказывали, ставя на колени на рассыпанный горох. Руки связывали за спиной ремнем. Всего за несколько дней отчим нанес мальчику около 100 ударов. Это выяснили специалисты после проведения судебно-медицинской экспертизы. Сашу Родина избивали деревянным подлокотником от кресла, ремнем и электропроводом зарядного устройства для ноутбука. А затем еще и обливали ледяной водой.
Все это время мама мальчика предположительно бездействовала. Скорую помощь взрослые вызвали лишь после того, как ребенок перестал дышать. Несмотря на то, что показания сожителей в ходе следствия постоянно менялись, тем не менее в итоге они оба признали свою вину. Ефимов признал факт избиения ребенка, а мать не стала отрицать, что оставила своего сына в опасном для жизни состоянии. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей в ДТП. Уже несколько недель женщина находится в тяжелом состоянии. Другая пассажирка и водитель иномарки погибли на месте. Страшная авария произошла в начале октября и особенно активно обсуждалась из-за статуса предположительного виновника. За рулем иномарки, которая вылетела за пределы проезжей части, находилась следователь 2-го отдела полиции Елена Гребенникова. Правоохранители проводят служебную проверку. По предварительной версии, девушка превысила скорость. Результаты ряда экспертиз должны показать, находилась ли водитель в состоянии алкогольного опьянения и до какой скорости разогналась перед ДТП. По делу о циничном убийстве молодого ученого допрошены иностранные коллеги. Это может означать, что основная версия следователей – преступление связано с профессиональной деятельностью. В фирме, главной офис которой находится в США, Александр Треков работал до своей гибели. По данным СМИ, выпускник политехнического вуза занимал должность старшего менеджера-программиста. Напомню, на Александра Трекова напали на пересечении Астраханской и Шелковичной примерно в половине 7 вечера. Молодому ученому, он возвращался с работы домой, нанесли 10 ножевых ранений, однако тело обнаружили лишь на следующее утро. Следователей насторожил тот факт, что деньги преступники не тронули. Затем, как ведется расследование, лично следит руководитель Следственного комитета по Саратовской области Николай Никитин. Это были главные происшествия. До следующих встреч.